Всем привет, дорогие друзья, с вами Катя Юрич Топкин, и прямо сейчас мы вместе с вами находимся на просторах игрушечки One State Roleplay. Ребята, это аналог GTA, который вы можете поиграть на своем мобильном устройстве, либо же планшете без каких-либо проблем. Единственное, что вам нужно, чтобы у вас был доступ к интернету. Ребята, если вы перейдете в описание под мой ролик, то там вы найдете ссылочку, по которой можно скачать игру себе на Android и на iPhone. Поэтому, если вы искали игру, в которую можно поиграть, смело переходите в описание и качайте по ссылке игру. Вообще-то сегодня будет полезный ролик для новичков. Сегодня я расскажу, ребята, вам лайфхаки и секреты, как купить свою первую машину и какую стоит покупать. Плюс, ребята, конечно же, покажу, как заработать первые деньги и вообще, как стоит развиваться. Поэтому устраивайся поудобнее, нажми на лайк и обязательно подпишись на канал, чтобы не пропускать другие ролики. Я снимаю для тебя не только эту игру, но и много всего интересного. Итак, ребята, как только вы появитесь в игру, вам придется проходить начальные миссии, где вам дадут ваш бизнес первый. Это довольно-таки полезно, но прежде чем вы начнете играть, я рекомендую вам нажать на меню и выбрать вот этот купончик. Сюда вы можете ввести мой промокод, который, ребята, называется Топкин. Если у вас есть Android телефон, то вы прямо сюда, как я вам показал, вводите этот промокод. Если у вас iPhone, то есть ссылочка в описании на официальный сайт, ребята. Переходите вот что-то непосредственно на него, выбирайте свой сервер и вводите тоже промокод Топкин, чтобы получить 10 тысяч бачей в самом начале, ребята. Это большие деньги, которые помогут вам развиться. Итак, ребят, вот что-то по поводу бизнеса. Вам стоит его сразу вначале прокачивать, для того, чтобы прокачивать бизнес. Допустим, если перейти в его вкладку, то есть контракты, которые нужно, в общем-то, выполнять. Когда вы будете завершать и качать уровни, то вам будут появляться вот такие вот задачи. То есть вы можете отправлять сотрудников, которые даже пока вы в офлайне, будут, в общем-то, зарабатывать для вас деньги. Это довольно-таки неплохо, бизнес точно стоит качать. Плюс он дает, ребята, другие приколюшки, такие как больше заработок на определенной работе. Чтобы, ребята, прокачать бизнес, нужно проходить ежедневные контракты. Они находятся вот именно здесь. И, ребята, как вы видите, есть у нас несколько контрактов разных уровней. Ну и секретные, самые эпичные, дают больше всего денег и дают больше всего опыта. Допустим, легендарное задание у меня сегодня выпало. Оно дает 3600 бачей и 304 опыта. То есть, можете сравнить с синим опытом, а это второй редкий у нас. А необычно, как вы прекрасно понимаете, вообще практически ничего не дает. Качаете контракты, выполняете, проходите миссии, получаете деньги и другие привилегии, что, в принципе, очень даже круто. По поводу первой машины, давайте я вам покажу. В общем-то, первую свою машину в любом случае придется покупать. Я вам рекомендую подкопить денежку, потому что, допустим, вы можете взять вот такие две поддержанные машины за 75 и 85 тысяч. Единственное, но им нельзя качать визуальный тюнинг, то есть они такие будут всегда. Плюс, ребята, у них характеристики немного хуже, чем у машин салона. Если вы хотите купить себе вот такой вот тазик, ребята, это семерочка, либо четверочка, в общем-то, вам придется потратить 50 тысяч бачей, это довольно-таки большая сумма денег, которую заработать на первых уровнях сложно, но я вам покажу дальше, как это сделать. Плюс, ребята, вы можете выбрать абсолютно любую машину. Мой же выбор, ребята, упал на вот этой тачке. В общем-то, я вам ее сейчас покажу. В общем-то, почему именно она. Если сравнивать машины этой ценовой категории до 100 тысяч рублей, то у нее максимальная скорость самая интересная, плюс хороший разгон. То есть, посмотрите, другие машины прям очень-очень-очень сильно уступают непосредственно этому внедорожнику. А машины, допустим, если брать уже рарные, то есть синего цвета, они, в общем-то, тоже уступают по характеристикам и стоят уже дороже 150 тысяч рублей. Поэтому имейте в виду, если вы кейсики открывать не будете, то первую машину я рекомендую брать именно вот этот внедорожник, потому что он самый идеальный именно по своим характеристикам. Понятное дело, ребята, что вам вначале придется работать, в общем-то, на всяких разных работах. Я рекомендую, в общем-то, сначала выбирать работы, которые непосредственно есть в контракте вашего бизнеса, после того качаться уже непосредственно на других работах. Есть у нас непосредственно, ребята, вот такие вот темы. В общем-то, есть дерево развития, где вы можете посмотреть, на каком уровне какая работа доступна. В общем-то, ребята, нет плохих работ, и пока вы качаетесь, я рекомендую работать на работе, в общем-то, непосредственно того уровня, который вы получили, потому что, допустим, водитель автобуса — очень выгодная и прикольная работа, где вообще можно не париться. Единственное, но нужно будет получить водительские права за 28 тысяч, насколько я помню. Где же получить эти начальные деньги? Самый главный вопрос. Итак, ребята, каждый день, в общем-то, непосредственно в магазинчике вам будут доступны кейсики, которые вы можете либо, понятное дело, открыть, купить за донат, либо же за игровую валюту, либо же, ребята, бесплатно. Допустим, вот такой вот обычный кейс дается вам бесплатно
бесплатно каждые 14 часов в игре, без разницы, в сети вы или нет. Поэтому, ребята, имеет иногда смысл их открывать, а вообще имеет смысл, на самом деле, открывать их всегда. А у меня средний эконом-кейс по скидочке, смотрю сегодня, тоже довольно-таки неплохо. И плюс, ребята, я могу открыть большой эконом. Давайте я вам покажу, как это работает. У меня есть немножко доната. В общем-то, вы крутите рулетку, бесплатный кейс, либо платный, без разницы, какой есть, и вам выпадают детали. Мне немножко не повезло, могла упасть прям крутая деталь. А детали, ребята, вы можете посмотреть у себя на складе. Смотрите, склад находится, в общем-то, тоже непосредственно у нас в гараже. Итак, ребята, вот они все эти детали, которые у вас есть, и эти детали вы можете продать. Допустим, если вы перейдете в металлолом, вы можете выбрать детали эконом-класса и продать их за определенную цену. Но, ребята, я рекомендую вначале эконом-детали оставить и продавать детали только топ-класса, потому что пока у вас появится тачка, на которую можно повешать топ-детали, непонятно. А стоит, ребята, это дело очень дорого. Я, в общем-то, вот эту детальку оставлю. Стоит она 60 тысяч бачей. Она очень редкая и дорогая, ребята, и перерабатывает то, что, в принципе, мне не нужно пока что на данный момент, и зарабатывает 20 тысяч бачей. То есть, в принципе, у меня уже с моим промокодом, если бы я играл вначале, было бы уже 30 тысяч. А вот эти, ребята, детали не стоит продавать, стоит их качать, объединять вот здесь. А если у вас детали есть одинакового типа, то вы можете их, ребята, вот так вот объединить и слиять в деталь более хорошего класса, потом установить ее себе на непосредственно машину. Допустим, вот я сейчас вот так вот улучшу, и у меня уже на джипике будет деталь синего класса. Тоже довольно-таки круто, потому что это, понятное дело, увеличивает рейтинг и возможность покупать всякие разнообразные другие приколюхи. В общем-то, как вы видите, детали лишние можно продать, допустим, выбрать, и у нас все будет очень даже неплохо с начальным кэшем. Так что, ребята, думаю, что свою первую машину и, в общем-то, свои первые деньги вы заработаете довольно-таки легко. Вот такой вот полезный ролик для вас я вам сегодня показал, поэтому, ребята, обязательно покупайте свою первую машину и катайтесь. В общем-то, для того, чтобы забирать свои машины, чтобы вы понимали, где они находятся, нужно подойти вот к такому вот непосредственно чекпоинту, который обозначает парковку, и здесь вы выбираете себе непосредственно свой транспорт. Допустим, вот он, мой Такада, я его загружаю, и вот он стоит, мой красавчик. В общем-то, еще немного деталей, и смогу уже поставить сверху на него прикольный отбойник с фарами, и на самом деле, как я уже сказал ранее, машина очень прикольная и абсолютно стоит того, чтобы ее качать и, в общем-то, на ней кататься. Что ж, спасибо за лайк, за комментарий, играйте вместе со мной, качайте игру по ссылке в описании, вводите промокод и кайфуйте. Всем большое спасибо, всем пока!